Я всех приветствую, друзья. Меня зовут Влад, и мы продолжаем историю ниндзя Араши. 46-й уровень сегодня у нас. Хотелось бы, конечно, пройти, ну, конечно же, парочку-троечку. Мы проходим на 3 звезды. У нас это получается. Это очень интересный случай. То есть то, что все звезды, которые у нас представлены в игре, мы их стараемся с тобой находить обязательно. Это веселое занятие играть в ниндзя Араши вместе с вами, так ведь? Мы находимся в заключительном 3-м акте. Кто до сих пор не понимает, где мы находимся, мы в третьей провинции, скажем так. Но отлично. Но у нас еще четвертый сезон, называйте как хотите, ожидается. Но когда ожидается, непонятно, ребята. Ой, как непонятно. Добрый вечер, маленькие мои дорогие друзья. Продолжаем также искать артефакты. Я знаю, что где-то сзади я пропустил артефакты. Я думаю, вернемся в задние уровни мы с вами после того, как, собственно, пройдем всю игру, то есть, по крайней мере, всю, которая сейчас доступна, то есть, 3 провинции, да? А потом, возможно, поищем оставшиеся артефакты, потому что лежат они... Спокойно, Владик, спокойно, блядь. Лежат они, значит, в разных местах у всех. Соответственно, находить мы будем их вместе. У кого-то они там, у кого-то они здесь, у кого-то они еще где-то там. Так, тихо. Это что у нас такое здесь с тобой будет? Смотри, туда попасть можно как-то, да? Сейчас мы туда попадем. Только я там, правда, ни хера не вижу, но мне кажется, мы туда сможем попасть. Очень даже сможем туда попасть. Так, сейчас посмотрим. Так, резачок меня не догонит же, правильно? Это же быть такого не может. Все хорошо. Так, давай сейчас лучника сносим. Ой, хорошо, с одного криточка-то мальчик-то у нас уходит. Нормально. Подожди, может он здесь может залезть? Подожди. Смотри, туда можно залезть как-то. А туда залезть можно как-то. Короче... Я до последнего надеялся, что этот топор меня ничем не убьет. Ничем. Он собой меня не убьет. Он меня убил. Ну, понятное дело. Я же отвлекся на стену после того, как убил Алексея. Поэтому, да, все правильно. Так. Хо! Вот это я понимаю. Мужчина. Добрый вечер. Нихера себе вы крутой. Так, я думал, таких челиков больше не будет. Так, я запомнил. Так. О, блядь! Второй-то откуда взялся, а? Так, погоди. А, я отсюда и прибыл. Подожди, может тут можно пройти как-нибудь? Нет, а здесь? Может тут? Странно, а как тогда на верхний этаж попасть, где топор крутится? Ну да ладно. Короче, я аж сбился с мысли с двух камней с этих, которые полетели. Офигеть можно. Так, чё там? Воу. Потише. Потише будьте, пожалуйста. Будьте потише, пожалуйста. Я прошелся. Будьте, пожалуйста, немножко сдержаннее, потише, ладно? Так, что здесь? Ага. Так, пенис. О, писька! А как я должен здесь успевать? А как я должен успевать, если там два дедла вот этих вылазят и просто в стену дрочат? Простите, пожалуйста, за мою несдержанность в выражениях. Но там реально два члена, которые дрочат в стену, понимаешь? Да дебил! Сука! Конч! Конч просто! Конч! Что он делает вообще? Взял на клык взял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Конченый человек просто. Уходи. Там можно. А, туда можно попасть. Тихо. Все хорошо. Как опасно только что было, ребзя. Так, тут тоже пенис. Ну, вот тут не так было страшно, на самом деле, как вот с этими вылазящими стенами штук. Вот с штуками было неправильно. Фига себе, так чекпоинты близко друг к другу, офигеть. Мы вроде тут сверхъестественного ничего не сделали. Чувак, ты можешь умереть?
О, хорошо. Я думал, сейчас на меня, как всегда, полетит это все дело. Так, где-то там ключ прячется от меня, смотри-ка. Где-то они прячут ключик. О! Здравствуйте, мужчина, нихера себе. Я вас, кстати, не заметил. Я не знал, что там именно вот тот мужчина, который огненные свои стрелы выкидывает. Вот это неправильно, вот это так нельзя делать, мужчинка. Хорошо, больше не делайте, пожалуйста, будьте любезны, да? Так, ну хорошо. Так, вот здесь опасно будет. Вот здесь будет опасно. Фиге себе, фиге себе. Так, ну мы их аккуратненько сейчас и завалим. Как бы нам не страшно, понимаешь? Клинок не хочет вылетать из принципа, когда такой противник рядом, я понял. Клинку тоже страшно, как бы, в этой ситуации. Так, вот здесь сейчас опасно будет, тихо. Давай, разворачивайся, Васенька, давай. Хорошо, в глотку взял. Так, ну, в смысле... Хотя... вот так, да. Вот так, все хорошо. Ребята, напрягает меня очень сильно. Ключика нету, прикольно. Где-то внизу ключик? Валек! Иди сюда. Валек. Каких только имен у этих людей нет, вы представляете? Чё я только с ними не вытворяю? Офигеть просто. Здравствуй. Нет, не здравствуй. До свидания. Так. Здесь нужно придумать какой-то кубик, я так понял, сверху, да? Что-то такое сделать надо. Привет. Как ты? Как твои дела? Так, давай скидываем. Так, ну я так понял, уровень у нас продолжается где-то сверху. Сейчас мы дверь открываем, и уровень аж сверху будет идти. Офигеть, ну это круто. Так, хорошо, бомб нету. Я думал, сейчас и здесь бомбочку мне накинут. Так, уровень на верхнем этаже у нас сейчас заканчиваться будет, судя по всему. Потому что у нас 3 звезды с тобой есть. Скорее всего, уровень закончится, я правильно понимаю? Тут надо быть очень аккуратным. Мужчиной, потому что если тут мужчина будет неаккуратен, то... Так, подожди, как бы мне этого... Ой, нормально, я думал, сейчас на штыки наступлю, не катись ко мне, мразь. Так, отлично. Так, что тут? А, тут просто дерево. А мне просто сюда надо как-то пройти, да? Так это смешно очень, слушай. Это обосраться можно. Вот так вот, да, делается это? Вот так это делается. Ну, напряжный был уровень, но мне понравилось. Мне реально понравилось, вот прям за яички-то хватает, нормально. Так, посмотрел я, в общем, рекламку, мы продолжаем, сразу берем 47 уровень и идем дальше. Так, давай сначала назад сходим, посмотрим, мало ли что. Ребята у нас могут здесь скрывать артефакты. А, на ютубе, кстати, я не смотрю расположение артефактов, поэтому как бы, ну, многие ребята смотрят, поэтому начинают говорить какие-то подсказки, но не в подсказках-то дело, пацаны. Артефакты у всех, я уже сколько серий в этой игре вам напоминаю, у всех лежат по-разному. Вот это сейчас я охренел. Это мне сейчас капец как повезло. Он же мог меня задеть, я не сильно далеко от него отошел. Офигеть. Артефакты по-разному у всех ребят лежат, но... кто-то их нашел все, кто-то еще не все, поэтому... Играем с вами вместе, смотрим на это все дело. Ух, нихера себе! Вот это меня сейчас опять чуть не вынесло. Но, правда, эта минка вроде улетела, да? Бомба его. А смотри, там что-то скрывается, да? Там что-то какой-то потайной ход, я чувствую. Так, нормальная телега, тут ничего нет? Тут ничего нет. Но мы между делом, когда играем, когда проходим, там висит уёбок, смотрите. Все, отлично. Он уже там не висит. Так, отлично. Что тут? Что тут у нас? Давай. Хорошо. Так, мы с тобой ищем потайные моменты в стенах. Оба. Тут потайной момент. Да? Нет? Ничего потайного. Просто так, для декора, чтобы красиво. Вау, а тут реально красиво. Посмотрите. Так розовенько все, так красиво. Как будто сакура цветет, знаешь, вот. Как празднование чего-то, кого-то. Так. А для чего вода сделана? Просто так, что ли? Рель? Че, реально просто так сделана вот эта вот штука? Реально? Реально? Блин, а я думал, тут потайной ход какой-нибудь будет. Интересный случай, конечно. Просто обычно делают что-то интересное вот в таких моментах. Там тебе что-то мешает, допустим, какой-нибудь... Какая-нибудь пила ездит здесь постоянно, нет? Не сегодня, да?
Ты развернешься там, козлина? Сколько я могу его? Вот, хорошо. Вот так надо изначально было делать. Неплохо. Вот сейчас неплохо нырнул. Очень даже неплохо нырнул, я тебе скажу. Так. Теперь надо как-то туда попасть. Ага! Хорошка там, ребята. Туда еще надо постараться попасть. Вот, отлично. Ловкость рук, ловкость рук, ловкость пальцев! Ёп твою мать. Я не дождался, да, вот этой штуки, вот этого рывка. Все, я понял, я понял. Сейчас я дождусь, все будет хорошо. Сейчас все будет отлично, ребят. Тут надо на рывке сделать красиво это дело. Будем дожидаться, будем делать очень хорошо. Очень славно будем это делать. Вот так как-то, да, хотя бы? Вот так, да. Теперь это выглядит по-человечески. Выглядит это правильно. Так, что дальше? Две звезды, кстати, у меня есть. Хорошо. Меня напрягает, вот напрягает. Вроде бы какая-то зона вроде безопасная, но меня напрягает все равно. Вот понимаешь, яйца-то немножко напрягаются. Чуть-чуть совсем. И куда ты делась? А, фух. Я думал, она уже не появится, она появляется обратно. Слава богу, что она возвращается хоть. Так, ну, ребят, ну это слишком жестко. Слушайте, может, хватит, а? Ёбнуться. Ёбнуться можно, ребят. С того, что я сейчас... С того, что вы сейчас видели, можно ёбнуться. Понимаете? Ну вот, что мне мешало в тот раз так сделать? Представляете, да? Прикол какой. Давай, иди сюда. Где ты там? Мертвый человек, прыгай. О, так тебе и надо. Фига себе, это надо в него столько раз закинуть, критануть, что ли? Я не могу понять, нифига себе, а чё он такой жесткий-то? Так, через эти шпалы я не прыгну никаким образом. Никоим образом, да? Ага. Все ясно с тобой. Так. Сейчас тихо. Ой, хорошо. Я думал, короче, это. Сейчас я немножко накалю задницу свою на его штык. Но нет, все нормально было. Просто ворвался, да? Красиво прям ворвался. Отлично. Очень хорошо. Так, смотри, три звезды снова собраны. Блин, мне нравится, что мы с тремя звездами дружим с тобою. Фух, неплохо. Так, смотри, мы можем туда залезть теперь. Это хорошо. Может, артефакт здесь есть, а? Как вы думаете? Рискнем. Но нет. Можно было бы догадаться, что его тут нет, потому что я изначально здесь был. Ну, видел, как бы, что его тут нет. Зря я сюда прыгнул, ну ладно. Давайте таким образом тогда поступим. Слушай, вот этот, короче, горец меня заебал с топором. Он постоянно вылазит, этот дракон, и меня трахает. А, ну смотри, его не так-то, в принципе, и сложно победить. Я думал, он там вообще... Сука. Как так? Вообще не понимаю. Не, ну, по крайней мере, я не прибегаю к покупке жизней дополнительных. Наверное, это и хорошо. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот получилась серия. В следующий раз хотелось бы сделать три уровня, но тут как получится. Все, пока.